Началась масленичная неделя, которая на Руси означает проводы надоевшей зимы. Первый день масленицы – встреча. По традиции в этот день дети наряжали соломенное чучело, катались с гор, распевали веселые песни, угощали сладкими явствами. А вот взрослым следует присоединиться к детскому веселью только в середине недели, когда по традиции начинали печь блины. Строго соблюдалась давняя традиция, согласно которой первый блин всегда отдавали нищим. Завершится праздничная неделя в воскресенье широкой масленицей. Со следующего понедельника у православных начинается Великий пост.